Рекомендуем сайт знакомств Tabor.ru. Уже 10 лет успешно знакомит людей. Хочешь пойти на свидание, но не с кем? Более 16 миллионов зарегистрированных пользователей. Пройди быструю регистрацию, воспользуйся удобным поиском и начни знакомиться уже сегодня. Также доступна удобная мобильная версия сайта Tabor.ru. Первое знакомство через 5 минут после регистрации. Ссылка в описании. У меня не получалось поспать уже 6 месяцев. Бессонница затмевает разум. Все так далеко. Все это копия. Копии. Еще какой-то копии. Люди постоянно спрашивают, знаю ли я Тайлера Дёрдена. Все в порядке? Я расскажу, кто такой Тайлер Дёрден. Вы слышите? Можно кое о чем попросить? Врежь-ка мне как можно сильнее. Не, вот зажигалка. Врежь, что есть мочи, давай! Нет! Врежь изо всех сил! Да не, чувак, ну же! Давай! Давай, мужик, сделай мне одолжение! Врежь мне изо всех сил! Мужик, ты пьян! Не, я не хочу умереть без шрамов, чувак! Выбирай, куда ударишь! Хочешь, чтоб я ударил тебя? Да, давай! Куда? Да не важно, удиви меня! Да я даже не... Чувак! В ухо ударил! Давай-ка еще раз! Нихера себе! Господа, добро пожаловать в бойцовский клуб. Первое правило бойцовского клуба... Первое правило бойцовского клуба. Вы не говорите о бойцовском клубе. Восьмое правило бойцовского клуба. Если это ваша первая ночь в бойцовском клубе, вы должны драться. Помните о третьем правиле. Дерутся только двое. Зачем ты это делаешь? Зачем? Какого хера ты делаешь? Можно взглянуть на твою руку? Что ты делаешь? Это химический ожог. Терпи эту боль. Не заглушай ее! Пожалуйста! Прекрати! Это твоя боль! Твоя горящая рука! Прямо сейчас! Я в своей пещере! Я в своей пещере! Это величайший момент в твоей жизни, а ты где-то витаешь в облаках! Я — это отсутствие гражданской храбрости Джека. Ну, может, и нет. Я — это гражданская храбрость Джека. Он должен познать боль. Ты не знаешь, как это больно. Это его боль, его химический ожог. Прими его. Прекратите. Я знаю, каково это. Я вызываю полицию. Вы должны арестовать меня. Я глава террористической группы. Мы ответственны за несколько актов вандализма по всему городу. Детектив Стерн знает, кто мы. Вот как я встретил вашу маму.
Нам нужно снова повторить это, Тайлер. Чё повторить? Парень, ты чё пиво выбросил?